Итак, ну что ж, всем привет, с вами я снова Михаил. Вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорное прохождение с Михаилом и только». Это у нас продолжение прохождения визуальной новеллы «Face the Night» и начало новой арки. Называется «Клинкоп. Бесконечный край». Вот. Или «Зеркало души», там, в общем-то, переводится так она в экстра. Можно даже в совете галереи, в общем-то, «Карса судьба» называется вот первая арка, вот вторая, вот «Зеркало души», «Зеркало души». Так, в общем, мы сейчас начнем, конечно же, игру с самого начала, только там, ну, в общем, три дня пропустим, так как в конце там у нас появится новый выбор, после уже того, как сфера появится, что Слейбер защитит Шира от нападения Лансера, и потом, когда он нападет на Рину с Арчером, вот, в этот момент как раз Шира сможет ее остановить Слейбер, чтобы да, в итоге, кстати, даже почти не убила Арчера, тем самым, в общем-то, лишив вам большей части магической энергии, придется потом останавливаться, и он будет там выбор появится один, который у нас приведет к арке вот этой Клинку Бесконечный край. А в основном же там эти первые три дня они будут можно и пропустить по-быстрому. И уже повторнее не читать. Так, ну да, вот как раз пропустить сцену можно, если что. Мы пропускаем эти сцены. Выборы здесь как бы не сильно имеют пока значения, когда вот мы попадем уже. Будем и стремиться к арке третьей, прикосновение небес, который откроется после прохождения второй арки, то уже там надо будет некоторые выборы сделать, в общем, определенную пользу Сакуре, чтобы эту арку получить. В общем, к ней, чтобы ее кстати, начать читать потом, запустить эту арку. Вот, например, тоже пойти помочь Сакуре, вот, такой же выбор, родить пока можно и, в общем, делать выборы другие. Например, вот, хотя не например, второй выбор в данном случае. Так, попустить его нельзя. В доме семьи Семья есть просторное дадзё. Его построили одновременно с самим домом. Главным образом, это дадзё предназначалось для любительских тренировок. Саты. В общем, этой сценой, по-моему, делал выбор в пользу Сакуры, так что помогать шли, так что, видимо, поэтому это не пропустилось. Ну, что-то мы пока не сможем пропустить, что-то меня от этого не читал, поэтому его еще раз почитаем. Точнее, еще раз, а почитаем все. Ну, разогреюсь-ка немного перед завтраком. На самом деле я не практикуюсь в каких-либо видах спорта, но оставаться, если хочешь быть похожим на меня, должен прежде всего развивать свое тело. Протели эти тренировки мою ежедневную обязанность. 99. 100. Я заканчиваю приседания и переодеваюсь из тренировочного костюма школьной формы. Немного проспал, так что приходится сократить разминку. Немного приседаний без растяжек, на секунду хватит. В мои планы не входит упорно накачивать мускулатуру или превращаться в профессионального борца. Я всего лишь хочу поддерживать себя в хорошей форме, чтобы любой, даже самой неожиданной ситуации, мое тело меня не побило. То, чего я хочу, полностью противоположной атлетике. Ох. Уже так поздно? Я бросаю мокрые от пота ги в корзину для белья. Мокрые от пота ги. Знаю, что-то я такое имел в виду. Может, это ошибка в переводе. На часах уже 20 минут 7. А в моем доме это считается поздним временем для завтрака. Похоже, что завтрак уже готов. Кухня пахнет чем-то вкусным. Завтрак готов, сэмпай. Спасибо. Прости, что тебе пришлось делать лишнюю работу из-за того, что я проспал. Да нет, это вовсе не работа. Кроме того, ты не подспал. Если ты не стоишь на никаких кружках, то и незачем так рано вставать. Да, школьные кружки и секции тут ни при чем. Слово о секциях. Тебе не обязательно приходить, если у тебя утро занятия. А, нет, я прихожу, потому что сама так хочу. Пожалуйста, не волнуйся об этом. Эх, ты всегда так говоришь.
И поэтому мне приходится так рано Вакасу просыпаться, не без занятий или нет. Я не могу спокойно спать, знаешь, вот здесь. И меня встать так рано, значит встать до прихода Сакуры. А проспать, заставить Сакуру готовить завтрак, имея силами, как сегодня. Как и предшествующие полтора с лишним года. Ты всегда так серьезно это воспринимаешь, сэмпай. И тут Зори сэмпай говорит, что твоя честность иногда начинает раздражать. На лице Сакуры появилась улыбка, словно она что-то вспомнила. Мицузори – капитан секции лучников, который стоит Сакура, и моя давняя знакомая. Вот как? Она все еще на меня дуется? Конечно, она каждый день тренируется, чтобы успеть превзойти тебя до выпускного. Боже мой, она, наверное, уже давно догнала и вернула меня. Неужели она не может просто забыть? Конечно, приятно, когда себя помнят, но не настолько же. Мицузори сэмпай не любит проигрывать, так что она тебе еще не скоро забудет. С этими словами Сакура кладет на тарелку рис. Почти 6:30. Занятия на стрельбище начинаются в 7. На самом деле, приходить так рано совсем не обязательно, но Сакура предпочитает придерживаться правил. Полагаю, скоро сюда на границе Фудзине, но она сама виновата. Коля опоздала. Начнем завтрак без нее. Ага. Вот, держи, сэмпай. Сакура с улыбкой протягивает мне тарелку. И... Хотя я привык к обществу Сакуры, но ее изящные пальцы опять приковывают мой взгляд. Как я могу думать о подобных вещах? Вступив в период созревания, Сакура выглядит особенно женственно. У меня все чаще и чаще стало перехватывать дыхание при виде ее, на первый взгляд, привычных движений. Быть может, это реакция организма на знакомые ранее чувства? Странно, но я замечаю у нее все больше и больше женственных черт. Сэмпай, что-то не так? Да нет, ничего, не обращай внимания. В самом деле... Мое чувство такое напряжение, просто находясь рядом со Саико Хай. И такие мысли посещают меня все чаще. Сакура примерно ученица всего года младше меня, которую я должен присматривать. Изначально отношения между мной и Мэтто Сакура носили чисто дружеский характер. Она сестра моего близкого друга, но так как она училась на классе младше, плохо знали друг друга. Однако полтора года назад все изменилось, тогда я сильно захворал, и она вызвалась ухаживать за мной. Помогла помогать по кухне. Постепенно все это переросло в те отношения, которые мы имеем в сегодняшний день. И хотя я уже давным-давно выздоровел, она предпочитает этого не замечать. Да, именно тогда и все началось. Вообще-то тогда я лишь попросил ее немного мне помочь, но знал бы я, о чем прошу. Так или иначе, Сакура готовит так, что пальчики оближешь, и очень помогает по дому. Ее приходы по утрам для меня сущее спасение, но в последнее время она не стали создавать некоторые проблемы. То есть, проблема не в Сакуре, проблема во мне. Сказать по правде, Сакура очаровательна. Она одна из самых симпатичных первогодок в школе, и я даже не сомневаюсь, что многие парни были бы не прочь пригласить ее на свидание. А самое главное, не с недавнего времени она подросла в определенных местах, и кое-какие ранее обычные для нее движения начали привлекать мой взгляд, причем так, что оторваться не могу только усилием воли. Это, собственно, я подразумевал под некоторой проблемой. Так, в общем, пропускаем снова другую сцену. Так, завтрак, утро, поместьями. В общем, мы это читали уже. Так, до и после школы тоже пропускаем. Тоже читать не будем. Так, в общем, выбор, снова выбор у нас появляется. То здесь, как бы, выбор делать тоже смысла нету. Можно не будет делать выбор. Этот обороте, как раз, вот, в арке 3, прикосновение небес, там, может быть, уже важнее, как раз, вот, во всех ситуациях, в общем, связано с Сакурой, помогать ей, в общем-то. И поэтому, чтобы потом уже перейти вот на ту третью арку, иначе мы можем перескочить уже на другую арку, то, что уже дочитали. Либо на судьбу, фейт первую, либо вторую, Кринков бесконечный край. Там уже выборы немножко все-таки важнее будут. Здесь же можно, в общем, любой выбор делать. Они, в общем, не влияют насильно. Так, пока что. Ну, что мы начнем делать? Пойдем тогда на работу, что ли? Какой там выбор делать-то? Прохождение, уж не помню. Чтобы не повторять ничего. Точнее, повторить, точнее, наоборот, чтобы не читать. Чем мы там делали-то? Помогу ли Сэй разберись поломками и пойду на работу? Я не помню. Помню, все-таки первый. А, да, точно. Первый. Так, пропускаем сцену. Так, это мы пропускаем.
Это пропускаем. Так. Нет, сакру проводить до дома не надо пока. Это очень важно для... То есть, для третьей арки, так что это мы не делаем. Так, отомстить жены. Лучше, впрочем, промолчать. Лучше отдохнуть просто. Так, либо второй, либо третий. Черт, вспомнить не могу. Может, отдохнуть просто? Не мстили мы этой жены. Это. А, не, все-таки зима мстили, значит, все-таки. Точно. Дайте мне передохнуть перед вечерними тренировками. Хромо, айтерши. Сакура у Ямада укрынула. Фужине не унегай среба икка. Ванна уже готова, так что я попрошу Фуджине отвезти Сакуру домой. Думаю, так будет лучше всего. Первонаперво разбужу Фуджине, которая дрыхнет в гостиной. Потом поблагодарю Сакуру за ужин. Провожу их обеих до ворот и спокойно приму ванну. Все. Скоро снова будет. И да. В общем, да, ладно. Так, мы это пропускаем. Магическая тренировка. Так, пропускаем. Так, вот так, это тоже пропускаем. А, да. Думаю, это время можно потратить на легкую тренировку. Я разминаюсь каждое утро, если сегодняшние не исключение. В доме Эми есть просторный додзё. Его построили одновременно с самим домом. Главным образом, этот додзё предназначалось для любительских тренировок. Хотя хоть на этого и не объяснишь. Я слышал, что раньше до моего прихода сюда... Здесь была ее излюбленная игровая площадка. Став учеником Кирецуга, мы немного времени проводили в этом месте. Из-за этого, что мы оккупировали додзё, Фуджине нас возненавидела. Ну и я здесь лишь по одной причине. Даже не маг не должен пренебрегать своим телом. Безупречное физическое состояние – одно из требований, предъявляемых к нему. Когда отец был жив, мы здесь часто проводили спарринги. Точнее сказать, это было избиением младенца. За все это время я так и не узнал, как можно победить схватки. Но зато я твердо усвоил разницу между спаррингом и битвой. Другими словами, я понял разницу между убийством своего противника и избиением оппонента. Но теория и действительность редко когда совпадают. Никогда нельзя сказать наперед, каким будет исход сражения. Реальность сурова. Путь магии – это путь саморазрушения, и вступивший на него должен быть готов к смерти. Как у чужой, так и собственной. Если сражаются маги, то битва всегда ведется насмерть. Думаю, этому Кирицуку и хотел меня научить. Подготовить мой разум к принятию смерти. У моего наставника давно уже нет живых. А в одиночку я могу заниматься лишь простейшими упражнениями, которые может сделать каждый. Если да, не отжимание, растяжка. Все это не так уж сильно отличается от того, что я делал в секции лучников. Разница состоит лишь в том, что какие усилия я прикладываю на тренировок. Так, черная сцена. Пропускаем. Второй уже день. Скоро мы подходим как раз к самому важному. Так, пропускаем. Школа будни 3, так, пропускаем. После школы будничном круговерте пропускаем. После школы подработка тускарем, пропускаем. Ужин, так, невероятная силушка обожаемых рейнджеров. Чего? Невероятная силушка все обожаемых рейнджеров. О чем это вообще? День 3, пробуждение, утро выжженное, так, пропускаем. Так, тоже. Выносная ночь. Ночь возвращения домой, дежавю. Призыв Сейбер, схватка с Лансером и обещанный знак. И тут, как раз, в общем, этот момент важный. Вот, как раз, появляется как раз там выбор. В общем, это все мы и так видели уже. Помнить можно там. Вот. Сейбер сражается с Лансером. В общем, он получает там ранение. Спрашивает, в общем, может ли он как-то восстановить. И он говорит, что не маг, в общем, такой не особо сильный. Потом еще она говорит, что чувствует присутствие еще одного этого мастера. Отправляется, в общем-то, по погоню. Широ за ней, в общем, отправляется. Почему пытается сказать ей, что кричит ей, чтобы она никуда побежит. Она, в общем-то, ранена. Просто к всему хочет, наверное, объяснить, что хочет того, чтобы она объяснила ему, что он там ввязался, что он, почему он оказался. В чем он участвует в итоге. И, в общем, в этот момент как раз вот Широ может остановить. Он потом убегает как раз вот. На волю Цата видит, в общем-то, что Сибир пытается, в общем, нанести удар, в общем, по арене. Может ее как раз в этот момент остановить ее. Либо не останавливать, в общем-то. Но если не остановит, то попросту запустится уже. Ну, в общем, можно ее остановить таким образом. Это как раз выбор сделать, чтобы тем самым запустить вот эту другую арку уже. Вот, Клинком Бесконечный Край. Если мы ее не будем останавливать, то в итоге, будет плохая концовка. И либо там вообще арка судьба снова запустится. То, что уже мы читали. Так, в общем, остановить ее убираем. Делаем выбор, в общем, первый. Что?
Все происходит в одно мгновение. Человек красным преграждает путь, Сейвер. Приняв на себя столь сильную атаку, он теряет равновесие и в любой момент рискует получить смертельный удар. А за ним некто из его спины наблюдает за Сейвер. Некто, кто кажется мне знакомым. Нет! Криком я простираю к ним левую руку. Кем бы ни был этот человек в красном, я уверен, что разделавшись с ним, Сейвер тут же переключится на вторую цель. Я не могу допустить этого. Нельзя позволить Сейвер убить ее. Остановись, Сейвер! Используя тем самым первое заклинание команды. Меня пронзает боль, и одна из странных меток на моей руке исчезает. Тут же миг. Сейвер останавливает удар, который невозможно было даже замедлить. Серебряные доспехи на мгновение замирают. Воспользовавшись моментом, человек в красном поспешно отступает. В общем, тем самым он останавливает Сейвер, чтобы она не нанесла сильный удар по Арчеру, который потом будет восстанавливаться долгое время. И как раз начнутся, если бы мы не остановили ее, то в итоге начались события бы той же арки первой, будет судьба. В общем, считали мы то же самое бы. А вот мы сам попадаем уже, пойдем на арку. Другую. Этот парень, он... Я уверен, это он дрался с Глансером. Тогда та девушка, что стоит за ним. Не верится, что... Но неужели это и правда она? Ты в своем уме, Шира? Мы должны были покончить с Арчером и его мастером на этом самом месте. Зачем ты использовал команду заклинания и остановил меня? А что мне было делать? Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Я остановил Сейбер только потому, что не мог видеть, как она прикончит спасшего меня человека. Где? Я остановил Сейбер только потому, что не мог видеть, как она прикончит спасшего меня человека. Он что, тогда уже догадался, что красота его Арин спасла в ту ночь, в общем, в эту же ночь красота. Более-то. Не понимаю, это, конечно, не... По-моему, должен был догадаться позже. Ну, я как помню, читал когда-то арку. В этот момент не очень понимаю. Что он имеет в виду? Она Сейвер прикончит спавшего у меня человека, чё? Ради. Мастер, прошу это мне за приказ. Иначе я не смогу уничтожить врагов, которые должны быть повержены. Сейвер опять поднимает свое невидимое оружие. Человек в красном, которого я не дал убить, стоит напротив нее. Нет, прошу тебя, не делай этого, Сейвер. Если честно, я понятия не имею, что тут происходит. Но ты хочешь убить знакомого мне человека, и я не могу этого допустить. О чем ты? Она мастер Арчера. Она наш враг, и им обязан уничтожить ее здесь сейчас. Враг? Она этот человек в красном враге. Что за бред? Прежде всего, я не понимаю значения слова «мастер», которое ты постоянно твердишь. Если ты и дальше собираешься меня так называть, то хотя бы объясни, что это означает. Ты прав, но... Сейвер колеблется. А затем... Так это ты, новоиспеченный мастер-сан? Она обращается ко мне вежливо, но все же с прочтивыми нотками в голосе. Обернувшись назад, я вижу парня в красном и девушку в школьной форме. У меня перехватывает дыхание. Трудно поверить. Но девушка, стоящая рядом с человеком, определенно та самая Тосака Рин. Тосака? Рин? И как это воспринимать? Даже мне непонятно, что существо ради не с ней и не человек. Подобный Сейбер точно не из нашего мира. Значит, если Тосака вместе с ним, то она также... О, ты меня знаешь? Тогда все намного проще. Для начала, добрый вечер, Эмия-кун. Мысли путаются, не могу подобрать слов. А Тосака приветствует меня широкой улыбкой. Я в полном замешательстве. Смотря на все смущающее сумасшествие этого дня, она вот так запросто здоровается со мной. Мне не остается ничего другого, кроме как поприветствовать ее в ответ. Ты серьезно? В самое подходящее время для приветствия. Ты... Да, я мастер. Другими словами, маг.
такой же, как и ты. Мы одного поля ягоды, поэтому нет смысла скрывать это теперь. Согласен? Маг? Ты маг, Тосака? Широко раскрыв глаза, я пялюсь на Тосаку. Ох, черт. Не знаю почему, но она... Она смотрит на меня с заметным раздражением. Нет, я совсем не это хотел сказать. Понимаю, теперь понимаю. Вот значит как все закрутилось. Смотрев на нас, она поворачивается к парню позади себя. Ача, варекидо шибараку лейтани натете морайру? Аташи, чотто атаму нисэ. Арчер, можешь перейти в духовную форму? И сейчас очень зла. Не возражаю, но что ты намерен делать? Ровно то, что сказала. Я не успокоюсь, пока не объясню ему текущую ситуацию. Ты же в данном случае только помешаешь, поэтому уходи. Пока ты не здесь, Сейбер, не опусти меча. А боги, как все сложно. Но если таков твой приказ, мне остается только подчиниться. И все же посмею заметить, что ты лишь впустую тратишь время. И парень исчезает на глазах, растворяясь в воздухе. Тосака, что это? Поговорим внутри. Как я поняла, ты совсем не в курсе происходящего, Эмикун. Будь уверен, я скажу тебе все, что даже то, что ты не хотел бы знать. С этими словами она направляется ко входу. А разрешение спросить? Я скликаю ее. И тогда она поворачивается ко мне с улыбкой на лице, ничуть не похожей на предыдущую. Не глупи, много нужно посмыслить. Потому я и хочу поговорить с тобой. Эмия-кун, кажется, недавние события удивили тебя. Если ты не поймешь, во что увязался, это будет стоить тебе жизни. Слово сказать, ты ведь понимаешь, что сейчас именно такой момент. Рада, что ты понял. Тогда пройдем в твой дом. Ты же согласна со мной, Сейбер? Я объясню ситуацию этому мастеру и тем самым благодарю его за спасение. Хорошо. Ты намерения мне не ясны, но пока ты помогаешь моему мастеру, я от тебя не думаю. Ну да, знал бы я такое, что может случиться в будущем, конечно. Стоцки проходит через ворота. Ну и дела. Согласен. Не знаю почему. Но меня начинают казать смутные сомнения. Это только мне так кажется. Или сейчас она абсолютно не такая, как в школе. Итак, подведем итоги. Впереди шестисвестует Тосакарин, богиня нашей школы и моя тайная страсть. Когда безмолвно идет некий Сейбер, который зовет меня своим мастером, а себя слугой. Ох, неожиданно как на меня накатывает странное чувство, словно я нахожусь в другом измерении. Но нельзя же до конца своих дней бегать ото всех. Я маг, пусть и новичок. Тосакарин тоже маг и проявляет незавидное бесстрашие. Нужно брать с нее пример и тоже не держать себя в руках. В голове вертятся лишь несколько самых насущных вопросов. Во-первых, касательно идущей у меня прямо за спиной Сейбер. Уверен, она является представителем какого-то вида фамильяров, раз называет меня мастером. И раз я заключил с ней какой-то контракт. Фамильяры своего рода помощники мага. Маги могут вложить частичку себя во что-то и превратить это в своего помощника. Фамильяр существует только для того, чтобы помогать магу. Чаще всего в качестве помощника выбираются небольшие животные, которые легко контролировать, и затраты магической энергии будут минимальны. Так, по крайней мере, в теории, но... В чем дело, Широ? Нет, ничего. С какой стороны не посмотри, Сейбер выглядит как человек, ее воля явно ничего не контролирует. Если уж на то пошло, то это скорее она контролирует меня, а не наоборот. Мне вообще так не хватит магической энергии, чтобы контролировать хоть кого-нибудь, тем более Сейбер. Моя магическая цепь слишком слаба даже для создания третьесортного подобия фамильяра. Но тогда получается, что Сейбер никакой не фамильяр. Она назвала себя слугой. Не знаю, что она имела в виду, но, судя по всему, и тот парень, Лансер, и человек в красном, что был с Тосакой, одного с ней происхождения.
Ты Бертоска назвала мастером. Ты Бертоску. Полагаю, так зовутся маги, которые держат при себе слуг. Напрашивается вывод, что Тосака тоже маг. Семья Эми обосновалась в этих краях лишь с времен Кирицуку. Следовательно, мы здесь чужаки на птичьих правах. Вот почему то, что Тосака маг, оказалось для меня сюрпризом. Как и я для нее. Я всегда подозревал, что в этом городе помимо меня есть и другие маги. И раз Лансер не фамильяр еще одного мага, то получается я влип в разборке магов. Ах, ну и хоромы. Японский стиль так непривычен для меня. Ой, а это гостиная? Эмико. И прежде чем я успеваю сказать хоть что-то слово, она заходит в гостиную. Оставлю-ка раздумья на потом. Сначала послушаю, что она скажет. Я включаю свет. Уже час ночи. Ох, ну и холодина. Эй, отчего у тебя стекла выбиты? Ну и свини уж. Меня напал какой-то жесткий тип с копьем. Так что пришлось действовать по обстоятельствам. А, вот в чем дело. Значит, под призывы Сейбер ты сражался с ним в одиночку? Какое там сражение? Для него я был просто мальчиком в лебедке. Так ты говоришь мне это, не скрывая? Ясненько. Значит, мое представление о тебе было верным? Сока. Ясненько, говорит Сока, Сока. Сока подходит к выбитому окну. А? Она поднимает с пола осколок стекла, внимательно его изучает и... Минутен вёс фэмбен, что там читает, не знаю. Ух, уколов палец, ревняет капельку своей крови на витое стекло. Это что еще за магия? Осколки сами собой собираются в единое целое в считанные секунды, заполняют оконную раму. Окно как новенькое. Тосака! Это... Небольшая демонстрация. На благодарность за спасение. И тянет, но позволь мне сделать хотя бы это. Уверена, ты бы и сам это сейчас справился, но зачем расходовать магическую энергию, когда это может сделать другой? Делов-то, окошко залатать. Мы ведь не хотим беседовать на таком сквозняке, верно? Она говорит так, словно это какая-то мелочь. Но то, что она только что сделала, она находится далеко за гранью моего понимания. Да нет же, это удивительно, Тосака. Я бы так не смог. Спасибо, что восстановила. То есть, как это не смог бы? Ведь работа с стекляшками — это элементарно. Восстановление разбитого стекла несколько минут назад стекла — это уровень дошкольника. Вот как? Моим единственным учителем был отец, и не знает даже основ элементарной магии. Тоска аж застыла от неожиданности. Черт, кажется, не следовало этого говорить. Язык мой, враг мой. Подожди-ка. Получается, ты новичок, у которого даже нет собственной мастерской? Что такое мастерская? Ну, если сарай, в котором я тренируюсь, можно так назвать, то да. Вот только боюсь даже представить, как отреагирует Тосака, если у меня язык повернется, обозвать его своей мастерской. Делаем вид, что я просто слышалась. Не верю. Что такое вообще возможно, но все-таки спрошу. Может, ты управлять самими элементами или создавать передачи не умеешь? Я честными глазами отвечаю, что нет. А вот теперь не по-настоящему жутко. Ее лицо сходит неотменная улыбка, и то, как она сейчас хмурится, мне совсем-совсем не нравится. Так ты что, дилетант? Нет, вообще-то, я немножко знаю магию укрепления. Укрепление. Так кому оно вообще нужно? Ты знаешь что-нибудь полезное? Ну, если быть честным, то получается... Нет. Я хотел, конечно, возразить, что под новым таким взглядом это просто невозможно. Дурдом какой-то. Как у такого неучего вообще получилось призвать Сейбер? Если бы она знала, что у него тренинг находится нужный, как мы выяснили в конце прошлого рута, прошлой арки-то. У него внутри находится, в общем, нужный артефакт. В общем, такой безграничной силы, которая является частью Сейбер. Которую она потеряла, в общем, видимо, электричество нашел и поместил этим самым первый суп спасти его во время этого пожара, конечно. Но Ширина вообще об этом ничего не знает.
Не, в общем-то, о том, как Ирицука не являясь является приемным с отцом, то, что родители, в общем-то, родители настоящего погибли по жертвам, которым пускай все знают, в общем-то, ее там такой кондрати, в общем-то, только да, хватит, что она. Я просто долго будет находиться в этом шоке. Знаю, в общем-то. Так. И почему он вообще призвал это Сейберта? И кто, в общем-то, на самом деле является Арчер? Ну, Арчер, в общем-то, другое дело. Она тяжко вздыхает. Меня это начинает раздражать. Ну да, я новичок, что с того? Вообще, разве это сейчас важно? Ну да. Ладно, ничего уже не поделать. Что случилось, то случилось. Не надо всего лишь даже оплатить. Она поправляет челку. Так, еще 10 минут. Ну, с начнем. Эмия-кун, ты ведь не имеешь ни малейшего понятия о том, во что ввязался, верно? Я нерешительно киваю. Я так думала. Просто хотелось убедиться. Постоянно растрата мозгов говорить то, что твои собеседники уже знают. Тусака на редкость находчиво изъяснение своих мыслей, но лучше я промолчу. Вдруг подумает, что я над ней издеваюсь, и полезет драться. Говоря языком дилетантов, ты стал мастером. На твоих руке ведь появились и взятые метки. Чаще всего они появляются в руках на руках, а реже на трудящихся к телу. Метки разных мастеров имеют индивидуальные различия. В том, что они представляют собой три команды заклинания. Так, мастера. На руке? Так значит, это... Ну да. Верно. Именно с помощью этих заклинаний осуществляется контроль над слугами, так что береги их. Их не зря назвали командами, ведь пока они у тебя есть, пока обязан тебе повиноваться. А? Подожди, что значит «пока»? Команда заклинаний — это инструмент абсолютного подчинения. Думаю, ты уже заметил, что слуги обладают собственной волей, но с помощью меток ты можешь ее подавить и силой заставить их выполнить то, что хочешь. Для их активации не нужны команды заклинания. Достаточно отдать мысленный приказ. Ну или не только мысленный, но и проговорить его. Если ты их лишишься, то тебя, скорее всего, тут же и убьют. Поэтому будь крайне осмотрителен. Убьют? Конечно, это основа войны с того грамма. Мастера убивают других мастеров. Последние оставшиеся в живых получат великий приз. Кто играли? Чего? Погодите, я ни черта не понимаю. Мастера, убивающие других мастеров? Какой там Сато Грааль? Стоп, какой еще Сато Грааль? Ты еще не понял? Проще говоря, теперь ты в игре на выживание между своими мастерами, названные из войны с того Грааля. Битва между мастерами, которая не окончится, пока не останется только один. Интересно, такие игры, в общем-то, на выживание, это могут, в общем-то, валить, в общем-то, есть, в общем, многие другие произведения, которые, в основе которых лежит, в основе сюжета которых, в общем, лежит данная игра на выживание. Например, вспомните, может, тот же мультфильм этот. Аниме называется, которое «Дневник будущего». Там тоже игра на выживание сообразна, только там, конечно, немного другое, в общем-то. Ну, по-другому называется, в общем, другой приз получит, победивший. Там тоже должен остаться один, единственный. Там, плюс к всему, вообще никакие ни маги не участвуют, ни слуги, а, в общем, обычные люди, которые просто любыми способами должны, в общем, убить других, в общем-то, участников этой битвы. При этом самим выжить. Вот так вот. Тут Сакарин. Тут Сакарин преспокойно рассуждает об этом, словно это в порядке вещей. А ведь это вовсе не в порядке вещей. Меня уволили каким-то мастером. Тутска утверждает, что она тоже мастер. Фамильяры, именуемые слугами. И наконец верх всего этого безумия. Битва насмерть между магами, называемая битвой войны с того Грааля. Подожди, какая еще война с того Грааля? Да что это вообще творится? Я понимаю, каково тебе, но я всего лишь констатирую факты. К тому же ты и сам должен понимать, попал в такую передрягу, с каким с которой уже не выйдешь. Тем более тебя дважды чуть убило, не убил вражеский слуга. Да, это точно. Тот парень, Лансер, два не убил меня, но... Нет, не так.
И едва не убил, а именно убил. Весьма неожиданно снова увидеть тебя живым невредимым. Комментарий Тоски окончательно добивает меня. Все верно. Тот парень меня действительно убил. В данном случае меня должна бы удивлять не вся эта ситуация, а тот факт, что я остался живым. Рана в груди, вытекающая кровь, коченеющее тело и голос, который я услышал посреди всего этого. Теперь понял. Вот как такой вот расклад. Ты не можешь сбежать просто потому, что ничего не знаешь. Тебе должны быть известны законы магов. Мы и те, кто готовы как убивать, так и быть убитыми. Да, Кирицук об этом и говорил, как раз много раз об этом вчера упоминал. Не только в этой арке он начал, но и в том числе и в той же арке Фейт Судьба. Тоска явно пребывает в приподнятом настроении, наблюдая за моей болезненной реакцией. Да, думаю, я уже готов. Однако, так ты знала, меня убил Лансер, Тосака. Интересно, откуда ей это известно? Кстати, только почему он имел в виду, когда вот говорил то, что про себя-то? Он остановил Сейбер, который мог убить того человека, кто спас его. Кого конкретно? То есть он не знает то, что тот, кого спасла, получается, ну, это стало понятно. О чем еще имел в виду? Либо это какая-то ошибка переводе, либо просто ошибка в самом оригинальном тексте какая-то непонятная. Каламбур какой-то. Как бы он не знает, что Тоска спасла, потому что он спрашивает, как бы ты знала? То есть, как бы он, значит, если бы он был уверен, что Тоска спасла, значит, он точно был бы уверен, что она знала-то. При кому он тогда имел в виду, что Сейбер убьет того, кого поспавшего его человека? Арчера, что ли, имел в виду? Может быть. А, что он, потому что он точно знает, что... И может он думает, что Арчер его спас. Черт его знает. Я это не очень понимаю пока этот момент. Я так не понял. Когда первый раз читал, тоже так не понял, что это имелось в виду. Ой! Черт, сболтнула лишнего. Такая... А завыпучила такая... А в смысле? Что такое? А ты... Вот я ляпнула, вот я дура, да? Ну, молодец, да. Тоска ведет себя подозрительно, да. Откуда ты знаешь, что интересно? Да. Просто догадка, забудьте, это не суть важно. Ну да, всего лишь догадка. Тыкнула пальцем в небо. Молодец. Бывает так, хотя не бывает так. Неважно. Но кто-то определенно. Казалось, забудь. Сейчас твоя главная задача — это понять собственное положение. Ты один из семи мастеров войны с того Грааля. Могла бы сказать, почему? Что это? Только бы она спасла. Как бы и все, думаю, если как бы должка, не дальше. Да, почему-то интересно. Интересно-то. Она как бы, получается, он был ей должен, что она спасла его. Как бы он должок отдал, спас ее. Я не могу сказать, что все, между нами должка нет, при этом это пытается ему помочь все-таки. Думается, а чем причина вообще? На самом деле причины-то есть определенные. И не то, что просто как бы он, видимо, нужно нравиться как-то. Другая более глубокая причина, он потом раскроется в том числе и в следующей арке. Связано с другим персонажем вообще, с другим персонажем. Которого мы пока, конечно же, не видим в данной ситуации. Еще с одним важным персонажем для Ашира. И в том числе и Томми, и в том числе и для Тосаки тоже, для Ринды. И вообще здесь ситуация даже более еще глубокая, связана с ее прошлым, почему-то она просто знает кого, хотя отчасти когда знает Шира, хотя, в общем, они, конечно, до этого не встречались вообще. Ну, один момент, в общем, был в прологе, помнится, да, когда он сказал ей, что что-то ты рано Тосака, в общем-то. А чему он, в общем-то, видимо, она уже как бы знала его изначально, но, в общем-то, потом раскроется в этой, в данном случае, где она могла еще увидеть, лично, не лично, как бы говорить, встретиться, а увидеть. Это он ее как бы тоже сильно повлияло, в общем-то. Его там определенные действия, какой-то другой ситуации, не связанной как бы с ней вообще. Ну, в общем, все это. В общем, потом раскроется в этой арке очень сильно. И в последующих тоже. Много будет раскрыто, в общем-то, больше о персонажах. И о Шире, и о... Точнее, наверное, говорить все-таки будет Сира, потому что у меня где-то, в общем, я в каком-то прохождении одной японской игры слышал от одного человека. Говорил, что там правильно говорить все-таки не Ши, а С, потому что у них там нет как бы такой японцев таких. Буквы Ши, буквы Ши, как бы, произносится правильнее Сира. Например, тоже Синзи, там не Шинзи, а Синзи.
Или тоже Сатоси, или они Сатоши, как мне бывало пишется там тоже новелли, когда по цикада. Вот. Ладно, в общем, насчет этого. Так, Тоска поворачивается ко мне спиной и начинает вышагивать как учитель. Ну да. Мы знаем эту реакцию. Итак, насколько мне известно, каждые несколько десятилетий собираются семеро мастеров, и им дают мастеров, им дается семеро слуг. Каждый мастер использует свою слугу для уничтожения других мастеров. Этот ритуал называется «Войной Святого Грааля». Я также была избрана мастером. Я заключила контракт со своим слугой, как ты заключил контракт с Эйбер. Вряд ли это сделают намеренно, но основная работа по призыву слуг берет на себя Святой Грааль, поэтому даже такой неумелый маг, как ты, может стать мастером. Разъяснение Тоски слишком сжато для полного понимания, но сейчас мне интересно кое-что другое. Погоди минутку, ты хочешь сказать, что Сейбер фамильяр, но я не согласен. Фамильяр — это же помощники, наподобие ваших крептиц. Ну да, я слышал, что можно заарканить чьи-нибудь слабовольные призрак, но ведь у Сейбер вполне материальное тело, и вообще, она не похожа на фамильяра. Я глядываюсь на Сейбер. Она стоит в сторонке и внимательно слушает наш разговор. Человек человеком. Понятия не имею, кто она такая, но выглядит она всего лишь как девушка примерно моего возраста. Фамильяр? Ну, можешь считать и так, если тебе так будет проще. Да, слуги принадлежат к этой категории, но в то же время находятся на совершенно другой ступени. Девушка у тебя за спиной — ночная сущность, а сильнейшая из всех фамильяров. Призрачная сущность? Ты хочешь сказать, что она в самом деле призрак? Призрак? Но... почти. Есть между ними что-то схожее, но если ты ее так назовешь, нанесешь смертельное оскорбление. Слуги — это великий герой прошлого, получивший плоть и кровь. Во всем превосходя людей, они скорее ближе к высшим духам. Что, герои прошлого воплоти? Именно. Легендарный герой, призванный из прошлого. Настоящего или... да откуда угодно, и заключенный в материальную оболочку. В этой барке нужно запомнить эти слова, красота. Легендарный герой, призванный из прошлого, настоящего. В общем-то, подчеркиваем слово «настоящего». Или, ну, там еще не важно. В общем, касательно Арчера, потому что это, в общем-то, имеет важную роль для раскрытия его личности. Подсказка такая. Но задача мастера — осуществить призыв. Все остальное возьмет на себя Святой Грааль. Даже магам не под силу придать форму духовной сущности. Поэтому мы нуждаемся в помощи могущественного артефакта. Постой, а герой прошлого значит... чего? Я невольно снова оглядываюсь на Сейбер. Так она тоже героиня прошлого. Конечно, в наше время никто не носит платьев таких фасонов, которые вышли из-под обихода не весть сколько столетий назад, но все же... мы знаем, что она уже семью Артурия, Пендрагон, в общем-то, дочь Пендрагона, короля Англии, в общем, великая король Артур. Легенда про короля, про рыцарей, в общем-то, и короля там, вот это, круглого стола, в общем-то. И мечи Скалибур и тому подобные, Моргана, в общем, и так далее. Вот. Ну, в общем, знаем все уже. Первые арки. Стоит, в общем-то, смотреть, это, в общем-то, это читать, в общем-то, арку, или смотреть прохождение мое, или трогать что-то другое, в общем-то. И арки лучше... по порядку, в общем, эти арки смотреть, потому что Женька, мы все это знаешь. Вы не спорили себе. Но ведь это невозможно. Кто-то не слышал о подобной магии. Если не слышал, нет, значит, что надо. Конечно, не слышал. Потому что это уже не магия. Считай, что это созданный Граалем феномен. Без него материализовать душу, дав ей тело. И правда невозможно. Материализация души, значит, слуги все же не призраки? Нет, разве ты не знаешь, что люди, животные и даже механизмы, оставившие неизгладимый след в истории, взымаются из круга перерождения и переводятся в ранг более высших существ? Герои относятся именно к таким сущностям. Проще говоря, люди восхвалили их и тем самым превратили в искусственных богов. Магия духов подразумевает поклонение духам, и эта вера, в свою очередь, порождает героические души, которые способны сделать чудеса явью. Слуги и есть эти самые герои. Обычно они сопровождают тебя в форме духа, но в случае недавности могут и принять материальный облик и вступить в бой.
То есть можно по своему желанию держать любую духовную форму или переводить в материальную. Получается, тот парень, который был с тобой, сейчас в духовной форме? Да, так и есть. Ага, сейчас он наблюдает за территорией крыши. Думаю, ты уже сделал соответствующие выводы из той битвы. Держаться с слугами могут только другие слуги, такие же духи, как они. Однако, если слуга примет материальную форму, то он станет уязвимым для нас. Но слуги чудовищные сильнее, чем ты сам уже успел убедиться. Потому мы оставляем монстрам иметь дело с монстрами. Мастера же, как правило, помогают своим слугам на расстоянии. Объяснение Тосаки почему-то меня раздражает. В общем, почему и что там дальше нам скажет Тосака в дальнейшем? Думаю, как мы же знаем, в общем-то, они отправятся потом в церковь, точно же. Но события там, они немножко поменяются от этого выбора. В итоге от того, что мы начали другую арку проходить. Чем не зачем, чем там все дальше продолжится, события как дальше продолжится, закончится в этот раз уже в этой арке. Мы знаем уже в следующих сериях. Заканчиваем на этом 48-ю серию прохождения визуальной новеллы Fate Stay Night. И в данном случае второй арки уже. Клинков Бесконечный Край. Зеркало души, другое название ее, в данном, в общем, переводе. Переводе вот именно это новелла. На этом, в общем-то, все. Если видео понравится, поставьте лайк. Также оставляйте свои комментарии, только лишь конструктивную критику без моего оскорбления. На этом все. С вами был Михаил, дорогие зрители, подписчики моего канала. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. До скорых встреч.